Нет, Леночки, вот два ковра выглядят. Саша. Все, а теперь надо к Леночку. Саша, ты меня посмотри, вот так два ковра. Леночки, вот так два ковра. Я... Своеобразный разогрев. Эта группа у нас подготовительная, поэтому задача у нас, значит, подготовка, да, детей к поступлению. Это, значит, определенные задачи развития, прыгучести, развития ловкости, координации и физических всех данных, да, которые необходимы для поступления. Пластичность корпуса, подвижность суставов, в общем, слот такой. Вот этим мы и занимаемся. Вот сейчас мы покажем такой своеобразный разогрев, прыжки на скакалках, да, со скакалкой, которые развивают в то же время и прыгучесть, и ловкость, и координацию. Очень полезно для детей. Они это долго учили. И вот на сегодняшний день вы увидите вот девочки, которые стоят впереди, которые вот, они выучили более сложную программу, остальные еще пока на предэтапной программе, да, будем говорить. Ну, каждый показывает свою руку. И сзади стоят дети, которые недавно стали заниматься, они еще не успели это освоить. Приготовились. Внимательно слушаем ступени, подтянулись. Верочка подтянулась. И... Быстрее, Риша, быстрее.
Thank you.
Те, кто недавно начали, правда, именно. Ребята, вы увидите. Пятки оторваны от пола, колени где? Колено вогнуты. Можно, пожалуйста. И вперед. Поднимаемся, поворачиваемся с вытянутыми коленями.
И дети наши тоже на экзамене, но они могут показать и другой какой-то номер. Но Пуречку, если не покажут, то будет очень хорошо. Это на экзаменах, в общем-то, как считается, они должны показать. Это все время. Танцевали, все артистизм, и как двигаться. Вот я смотрю, мы уже говорили, научились скатывать, так что дома мультик использовать. На практике. Так, стеночки, стеночки. Элина готова, видите, поразите, юбочку раскрыла. Лицо, ну, все, будет раскрыть. Каждый раз носочек, головка, корпус и...